А это уже совсем рядом. И поэтому забота о благоустройстве, вывести со свалку, это настолько мелочно, даже говорить не о чем. Даже язык не хочется молотить об этом. Единственное, что нам требуется, пост и молитва. Борьба с духовными силами, окружающими нас. Ну и себя сокращать. Я вот ему сказал сейчас, а как он на него повлияет? Он же хозяин. Раз хозяин он этот. Вот арбуз мы никогда не берем. Я не разрешу никому есть здесь его. Никому. Мне потому достанется. Что это отрава, я. Бывает хорошее, но какое из них ядовитое, не знаю. У нас плотникова взяли дорогу, и вся семья едва выжила. Все до одного. А они чем попали? Это с юга везут-то. Ну понятно. И они там нитратами набивают. У нее шкура-то больше, чем у слона, толще. И ты посмотри наши арбузы, которые вырастают. Они бывают чуть поменьше. Его вываливаешь в руки, он благоухает. Им главное продать. Мусульмане нас за людей это не считают. Еще он будет там хорошее продавать. Себе вот это вот, он арбуз никогда не возьмет. Он знает, это отрава. Я его даже в рот не возьму. И вам не разрешу. Вот этим. А вы-то ешьте, вам все равно подберут. Подождем, пока ляжется. Давай, молимся.